С отчаявшимися дольщиками строительства многоквартирного жилого дома в Сайсарах в столице встретились застройщики и надзорные органы. Девятиэтажный жилой дом на 159 квартир компания «Семиир» начала строить в мае 2014 года. Завершить обязательства по договору должны были в четвертом квартале 2015. Новая дата сдачи дома – второй квартал 2017. Новоселье у дольщиков затянулось на полтора года. Юлия Михайлова продолжит. Начавшаяся ударными темпами стройка в мае 2014-го к концу 2016-го встала по причинам, которые выявили надзорные органы. Проверка обнаружила нецелевое использование посредством дольщиков в сумме почти 77 миллионов рублей. Так было выявлено нецелевое использование денежных средств граждан. По данному факту, выявленному нарушению, было выдано предписание. Предписание сейчас находится на стадии исполнения. А эта компания какая? Это «Семир», да, вот это вот? Да, это застройщик «Семир». «Семир» у нас является застройщиком нескольких объектов и осуществляет строительство с привлечением денежных средств граждан. Многие дольщики, не дожидаясь сроков окончания строительства, подали на ООО «Семир» в суд, чтобы возместить неустойку по срокам ввода данного дома. И вот каков результат. Люди, которые судились по неустойке в 2015 году, они до сих пор не получили. А от застройщика не получили неустойку. Они получают ежемесячно, вот я как слышала, по 10 там, тысяч. А неустойка-то огромная. Моя неустойка составляет, например, 626 тысяч. И суд 97 тысяч только. Вот. В вашу пользу? Да, в мою пользу. Ага. Год назад коробка дома была завершена. К нему подвели теплоцентраль и электричество. Сейчас ежемесячно компания «Семир» вынуждена оплачивать 400 миллионов рублей за подведенные коммуникации. И все это время компания только обещает сдать дом то к очередному 8 марта, то к празднованию ИСЭХа. В этот раз застройщики клятвенно заверили дольщиков сдать многострадальную новостройку во втором квартале этого года. Теперь за темпами строительства дома будут наблюдать не только дольщики. Мы берем этот объект на контроль, будем осуществлять еженедельный выезд на объект, смотреть темпы строительства, будем отслеживать для того, чтобы объект все-таки был завершен в установленные сроки и обязательства, выполненные перед дольщиками. В Госстройжилнадзоре ведется реестр всех недобросовестных застройщиков. По закону таковыми считаются те компании, которые задержали ввод объекта на более чем 9 месяцев и объявили себя банкротом. ООО «Семир» к таковым себя причислить не спешит. Во всяком случае, на всех встречах с будущими жильцами своего долгостроя держится уверенно. У них планов много. Строят на Петра Алексеева, еще будут строить «Мир», целый комплекс, да? Монетахи, но на самом-то деле они Чайковского-то не сдали. Пусть они сдадут как бы второй дом свой жизни, да? А потом только занимаются вот миром. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.